И всем привет! Мы телеканал Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю необычное видео. Называется проект «Мама, купи мне одежду». Давайте начинать. Да, мама, ну зачем ты меня сюда позвала? Это же обычный магазин. Как его название? Это магазин «Карусель». Ой. Вот именно. А я хотела Остин. Доченька, знаешь, там еще рановато для тебя. Там одежки для таких, как я. Ой, мама, ну я ведь хочу себе вообще-то солидную одежку, а не твои джинсы. Хотя джинсы тоже красивые. Доченька, я тебе сказала, может быть, я тебе куплю одежку, но ты ведь сама говорила, что хочешь, чтобы я тебе купила сладости. Что-то я не припоминаю. Ну ладно, пойдем. Как это бесит. Пошли. Так, вот этот торговый центр, он называется... как он там называется-то? Конечно, название не очень, но Королевская корона. Ну а что, нормально. Наверное. Так, ладно, я пойду возьму пакетики. Подожди. А я пойду пока посмотрю одежду. Так, что тут интересненького? Дочка. А? Ой, мама, ты чего тут? Вот я тут пакетики принесла, сколько нам надо. Я же просила один пакет. Но если мы возьмем больше, ничего не изменится. Так, пошли. Какие короны красивые. Возьму два себе. Так, пойду себе набирать одежды. И украшения, конечно же. Мама, доченька, пожалуйста, не ори. Она весь магазин, а то тут много людей. Хорошо, мам, а скажи, мне на какую цену можно набирать? Набирай на... На сколько же тебе набрать? На 1000. Всего-то? А что ты хотела? Больше я тебе просто не могу дать. Раньше ты своим пони увлекалась. Пони были, ну и то, немного дешевле. Ты что, хочешь, чтобы я тебе дала 5000? Нет, 10. О, нет, не дождешься. Вот когда будешь сама зарабатывать, тогда и будешь покупать. Так, ладно, посмотрим. О, платьице какое. Кассирша, подойдите сюда, пожалуйста. Ваше Величество, вы что-то хотели? Вы не можете мне показать, где примерное? Вон там вот. Спасибо. Доченька, я сейчас отойду, мне надо платье примерить, хорошо? Да, мам. А ты выбирайся. Но... Чур не шкодничай тут, ладно? Да, мама. Ой, платьице моё. Так, что же мне делать? Вам что-то подсказать, принцесса? А, да, у вас тут нету какой-нибудь юбочки или, ну, одежды для меня. Вашего возраста, конечно же, есть. Вот тут, посмотрите. Спасибо. Ау! Так, что тут есть? Так, посмотрим. Какое ожерелье. Возьму-ка. Так, подумаем. Что же можно еще взять? Так.
Какая модная голубенькая расчесочка. Какая красивая. Надо себе ее тоже взять. Так. А, две вещи уже куплено. Так, посчитаем, сколько. Так. Ожерелье 150. Расческа тоже 150. 300 рублей, нормально. Так, пойду еще что-нибудь я посмотрю. Доченька. Доченька. А, мама, ты чего? Подойди сюда. Так. Доченька, вот посмотри, мне идет это платье. Так я уж не застегнула. Ну, как сказать. Ну, красивое. Да, сейчас его застегну. Я его застегну сейчас. Так. О, все, застегнула. О. Ну как тебе оно? Вот. Красивая, мам. А там еще есть, как это сказать, ну, как это называется? Для него всякие висючки, штучки. А, да, я их всех возьму. Ха-ха. Так, один будет мой пакет, другой твой, давай. Вот твой, мамочка. Так. Уже у меня две вещи куплено. Мама, а тебе тоже на 1000? Ага. Нет, мне? Ну, можете чуть-чуть побольше. Хорошо, так. Сколько там юбочки стоят? Вот эту хочу. Моя мечта. Розовая. Сейчас я ее одену. Так. Так вот. О. Хорошенькая. Так, вот надо мне корону взять. Вот. Сейчас примерю вот эту начало. Вот, так, вот это как. Не, мне больше вот это нравится. Возьму эту корону. Так. Па-па-па-па-пам. Корона у меня 350. Так, 350. Юбочка у меня 250. Сейчас просто... так, 600. Мне еще только на 50 рублей осталось. А, чтобы взять. Мамочка, я возьму что-нибудь из еды? Ну, хорошо. Только что-нибудь одно. У тебя как раз 50 рублей осталось. Хорошо, мамочка. Вот они, мои любимые пирожные. Ай, ой, простите. Ничего. И пироженки. Все. Мам, ты набрала? Нет еще, доченька. Какой гребешочек, я его уберу. Так, ну и все. Только надо платье снять, чтобы его пробили. Все, дочка, пошли. Шоппинг закончился. Так, пойдем на кассу сейчас. Подождим. Еще, вот этот. Подожди. Сейчас еще одну возьму. Так. Ладно, пойдем на кассу. Пойдем. Мама, ты посмотри, какая очередь. Ну что там? Ого! Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять человек. Доченька, давай быстрее шестым. Я уже боюсь, что мы не успеем. Заклить осталось немножко. Доченька, давай свои сюда товары. Хорошо, мам. Давай, ждем. А, пробейте мне, пожалуйста, молоко и фрутоняню. Вам пакетик нужен? Нет, нет, спасибо. Хорошо. Бздик. Бздик. С вас всего 75 рублей. Вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. До свидания. Так, следующее. Прибейте мне, пожалуйста, кексики вот эти вот. Бздык. А, с вас 23 рубля. Вот, держите. Ага. Спасибо за покупку. Ой, заходите к вам еще. Пакет не нужен? Нет.
Так, а мне, пожалуйста, пробейте вот эти вот кусочки и моей подружке вот эту вот, как это, вот этот халат. Хорошо, вам нужен пакет? Да. Бздик. 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 Так, с вас все 100... секунду. 120 рублей. Так, вот, держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, а мне, пожалуйста, пробейте вот эту... вот нет, вот этот... как его зовут? Ободочек. Хорошо. Давайте вот сюда. Так. Бздык. Все. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Так, пожалуйста, пробить вот это вот все. Хорошо. Так, начинаем с того, доченька. Хорошо, мам, с моего. Так, вот сюда. Бздык. 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 Бздик. Так, с вас всего... так, а вы вместе или отдельно? Вместе. Так, тут уже 1000 будет у вас. Ага. Так, бздик. 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 Вот это все. Еще один. Так. Бздик, 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 бздик. Так, а с вас всего... секундочку... 800 рублей. Так, то есть с вас 1800. Вот, держите. Хорошо, так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так. Да, спасибо, мы пошли. Как чудесно закончился рабочий день. Это ж сколько я пробила заказов, ой, то есть этих продуктов всяких вещей, ой, устала. И всем пока, вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, комментируйте и ждите новых серий. Всем пока. Пока. Пока.